Исправление прикуса брекетами – методика, позволяющая эффективно корректировать практически любые аномалии прикуса. На начальном этапе на переднюю поверхность каждого зуба с помощью специального клея устанавливаются особые замочки – брекеты. Затем в специальные пазы замков помещается металлическая силовая дуга – брекет системы, которая закрепляется с помощью эластичных лигатур. В течение нужного времени зубы под воздействием давления силовой дуги перемещаются в нужное положение. По достижении нужного результата брекеты снимаются с зубов.